Каждый из нас любит свою малую родину, город или село, где знакома каждая улица, каждый закоулок, где провел самые лучшие дни и годы своей жизни, детства и юности. И несмотря на то, что зачастую по тем или иным причинам мы покидаем родные края, рано или поздно все равно возвращаемся к своим истокам и стараемся приукрасить свой родной уголок, внести что-то новое или возродить давно утратившееся. В селении Сивох началась реконструкция парка, и этой осенью посажено 200 деревьев лиственных пород. Инициаторами возрождения парка являются активисты организации «Молодежь селения Сивох», которых поддерживают все жители села. Я и все вот это старшее поколение очень рады, что все-таки молодежь взялась. Особенно я рада, потому что в 80-м году, когда я была председателем исполкома, вырубили парк, сказали, что надо построить дом, дворец культуры. Проект был взят с того проекта Ордон, в Северной Осетии есть город Ордон. Вот у них был построен такой дворец культуры, и мы взяли. Тогда наш колхоз был миллионер. И мы думали, что своими силами вот это здание мы закончим. Ну, началась перестройка, 80-й год прошел, в 85-м году перестройка началась, и все осталось. Все-таки нужно дать хорошую оценку действительно уважаемым человеком. Должен быть наш Шапи Османович. Под его руководством мы смогли восстановить старый Сивох. Все-таки это огромная работа была. Нашел место, где акацию вырубили, шифер доставили, все-таки раздали людям. Были хорошие услуги. Ну, вы знаете, спад везде был. Сейчас немножко возрождаемся. Я надеюсь, что до моей смерти мы как-нибудь сможем восстановить этот дворец культуры. Я очень на вас надеюсь. Дай Бог вам здоровья, Аллах. Всех хороших дел вам. Пусть будет хорошо. Я долго не могу говорить. Спасибо.
словам активистов, организации в парке планируют построить детскую смотровую площадку и фонтан. Глава муниципального образования Хасавюртовский район Джамбулат Салаов оказал содействие в благом начинании сивухцев и выделил на ремонтные работы 100 камазов щебня. Ассаламу алейкум всем присутствующим от лица Дагестанской региональной общественной организации «Молодежь селения Сивух». В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто сегодня нашел время прийти нас поддержать и поучаствовать в нашем общем благом деле. Сегодня это парк, завтра это может быть что-то другое, но мы, эти все проекты, мы, я говорю, все мы, не отделяя ни одного человека, не обязательно, чтобы он был в молодежной организации или не присутствовал там. Я говорю, мы будем строить разные объекты и для отдыха, и для досуга. И я хотел бы, чтобы в этом участвовал каждый житель нашего села. Ведь наша главная задача, чтобы это было для всех. И поэтому пусть вот эти объекты наши будут объединяющим фактором для нас всех. И дай Аллах, чтобы все мы под таким лозунгом часто собирались и двигались вперед. Ассаламу алейкум, уважаемые односельчане, уважаемые сивухцы. Мы помним, как лет так 30 назад тут у нас был парк. Молодежь, наверное, не помнит, люди моего возраста это помнят. Ну, вот эти годы, все эти 30 лет, тут пошли и стройки по каким-то разным причинам. То срок закончился, было дерево, какое-то дерево срубили. У нас тут была пустота. Вот в этом году, с прошлого, начала этого года, это была инициатива молодежи во главе с Азбулатом, нашим маговедом, было принято решение возобновить вот этот парк. Ну, раньше у нас был просто парк, сейчас есть у нас и проект, определенный план. Тут будет парк отдыха. И мы и назовем его, как-то мы одному мнению придем, и будет название парка. Тут мы видим, да, все будут тут тротуары, тут будут и скамейки, тут будет и фонтан. Наверное, на днях начнется тоже, да, строительство фонтана. Тут будет детская площадка игровая, освещение хорошее. Тут в плане сделать, значит, аллею спортсменов будет тут. Будет, значит, аллея ветеранов Великой Отечественной войны, так я думаю. Все это совместим, и будет хороший парк для отдыха. Чтоб сюда приходили и взрослое население, и молодежь, и с мамаши, что приходили со своими детишками играть. Я думаю, тут будет очень красивое место, которое будет всем нравиться. Вот сегодня мы начали закладку сада. И мы думаем, сегодня завершим. И в дальнейшем и планируются и тротуары, и бордюры, и все-все как положено. Я думаю, что я уверен в том, что здесь будет очень красиво. И это инициатива молодежи, и я думаю, что это хорошее дело, и тут должна участвовать и молодежь,
и взрослое население, и дети, все, чтобы постараться, чтобы здесь было всем удобно и хорошо. Мы начали вроде бы маленькое дело, которое приведет, я думаю, к большим последствиям. И вдаваясь в историю Дагестана, хочу напомнить такой момент, что в каждом селе было такое место, которое называется Гадикан, на котором аксакалы собирались. И шала этот парк будет в том числе и с таким намерением, чтобы молодые могли подойти к старшим, спросить совета, или же старшие могли сделать наставление, если они что-то видят со своей стороны. И по завершению дела, или перед началом, мы, иншалла, будем просить наших алимов, чтобы сделать дуа, чтобы это благое дело служило единением и развитию ислама в этом селе. Амма бааду, ассаламу алейкум, хирил динату ватсал. Валяцал. Маша Аллах, аль-Улук, хавата, цинги, Расул, хирк, удия, халк, галуна, шагуру, габак, укан, рейхун, тун, цинги, хам, мажгит, хугибак, аллаги, хуктор, кубот, сибач, ансадит, хугибач, ансадит, зара, хабули, кибук, ана, Анжа але сурук ханги би хула чинги гутуги холлуго аварга сисулага сун амуго гут бек эле гут ке бек кун хелласа хинч ак миамат конане ге удубур кун чияс конане ге худ кумра конане часа киривгин амуха анжа не кер киан ки муго не га хаб харк чинги адам удур часа чинги мажгит ал аск уго ба ке буго чинги хебук инак не ке иншаллах рахман дилек кола аху Нигмат хеч он не кей раду хабилин хагут утсамуха. Хевги буго не кей чин кири буго жо. Ане вакал ки хабура хабут и рос хара чинги. Ане халт и ша хабура. Кина не ги ане арас кулазик уди абаркала ги буго. Нак ги кина зиго хади не халт аби зиги тавфик ти аби ги. Чинги дидо кула ха хаду не кей рела ки не кеда са хаду бач не. Чинги воз баркала кирин хал алок хаби ане халт арзе хаско. Акли чинги бетерки хабура чинги акли куме хабура же чинги диде кул энип сарги кодэ кулин хел чаазо чинги баби хара чинги Аллах сезе уу кабазе кинезе тавфик абе гина кина кигини кер согиги добе хунги бугу кудия бак чинги хав сурт сурун хади набак абе же Аллах кинезе бу тавфик абе гу ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Уже в ближайшее время в центре села Сивух откроется парк, куда может прийти отдохнуть любой желающий. Ведь практически каждый из сельчан внес свою лепту в восстановление местной достопримечательности.